ready. Детонация большая. Сколько? 5 лет стоял, что? 20 лет. Ну, как я его купил? Чем решили продавать-то? И уезжать. А, уезжать? Я уже не его продал. Дом вот, Вавитовый. Ну, тоже продать. Так. 80-го года, да, он получается? 82-го, что ли. А, нет, там 80-го написано. 80-го. Ну, и дочка писала, да. Она же по документам 82-го, да? Пробег сколько у него? Можно ворота открыть посветлее? Ну, пока не заводите, сейчас я кузов посмотрю. Просто поярче открою, не видно. Так, на старый. Пробег где-то 30 чем-то, 36, 37. Так мало, что ли? Да, за 25 лет такой маленький пробег? Он же стоял. Конечно, другой ездил. Понятно. И этот решили продавать, да? Так его уезжаю, куда же? Далеко собрались? Дети в Питер поедут. Это он в родной краске? А, вы подкрашивали, да, здесь? Так. Двигатель ничего не лазили, да? Родной там все? Родной, ничего не делал. Так, 34 тысячи, да? Сколько там? 34 тысячи. Ну, 34, да. Ну, это нормально. Мало. Я его Ижевский? У друга брал. Он купил, год на нем поездил, вот накатал где-то 30 тысяч. Нет, где-то 27. Я на нем 2 раза в Казань ездил, 2 раза в Челну. Ну, по работе. Вот. Ничего не ломался, да? Да нет, ничего не хочу и ломаться. В аварии не было, ничего серьезного. Нет. Вот только вот я потер, выезжал когда по неопытности. Ну, это фигня. Вот, потер. Мне в деревню надо было его. Так я понял, что это не по городу кататься. Маму сводить в огород там, туда-сюда. Фаркопа нету, да? Прицеп не надо было возить. Запаска. А? Запаски нету, да? Вот, 3 штуки, вот. А, убрали просто. Вот, ну. Понятно, запаски тут. Она у вас на зимней резине, да, стоит? На зимней. Снежинка. Так, ну, это стандартные ключи, да? Да. Все стандартно здесь, короче. Бумажку оторвали. Цвет у нее какой? Бежевый? Ну вот, родной цвет. Так, резина. Резина зимняя, да, стоит? А, спереди летняя. Спереди. Тут у вас света нету? Может, на улицу выйдем, посмотрим, посветлее? Он заводится у вас? Заводится. Выкатить назад. Так, свет у меня вообще-то есть. Давайте вот во двор выкатим. Если мотоцикл не будет мешать, мопед. Или вручную оттолкаем. Ну, лучше завести, конечно, двигатель послушает. А масло меняли давно? Масло какое там, минеральное? Или авто? Нет, масло там родное стоит. Я беру 34 наезжу, не делал. Ну посмотрите, а. Ну обычно 10 тысяч меняет его. Аккумулятор новый, да, стоит вот? Аккумулятор новый. УЗМ, да, движок. А, вот здесь, наверное, табличка. Ну давайте выкатимся. Заодно послушаем двигатель. Ишь. Веду. Уберем туда мотоцикл. Это ваш тоже или внука? Внука, что ли, мотоцикл? Да ему купила. Они уехали в Питер. Не продаете его? Этот? Да пока нет. Он, он тут... новый. У него 51 километр наезжал. Ну, новый еще. Вот аккумулятор снял, он поставил на зарядку. А вот открывается, я... Мы на нем охотно ездим. А, вы охотник? Да. Сезон получается открыто, да, уже на охоту? С первого. А, с первого. Зайцев, наверное, много, да? Сейчас уже смотрим. Зайцев закрыли. А, закрыли. Я вот ехал, лиса попалась по дороге. А, тут есть сейчас как собаки лес. Да. Ну давай сюда поближе к двери открыть. Если хочешь, садись, выезжай. А он что, не заводится у вас? А?
А? Не заводится, что? Ну как не заводится? Завести, немножко прогреть. Минуты три хотя бы и выкатить. Охота была посмотреть его движение немножко. Подвеска не шумит, ничего, да? Что вы там делаете? А, подкачать немножко. Подкачать. Ну заводи. Давайте. Я не достаю до сиденья. Да, еще. Глушитель пробитый, да? Глушитель, да. Пробитый? Не, не пробит, видимо, он соединение проржавел немного. Ну, стоит уже сколько лет. Холодный. Да, глушитель, конечно, варить надо. Давно стоит, что ли? А? Давно стоял? Давно.
Коронация большая такая. Ну так стоял сколько? Сколько? 5 лет стоял, что? Сколько? 5 лет стоял, что? 20 лет. Ну, как я его купил? Ужас. Ну. Нет. Так и не заводили 20 лет? Нет, заводил. Почему? Ну, выезжал там. Так прокататься, прокрутить. Как трактор. За 20 лет, конечно, масло поменять было бы, конечно. Да, резина, конечно. Поменять надо, трещина хуже. Ну, пару рублей скинул. Железо целое, да? Железо нормально. Еще не проржавело. А что оно, это ж масло. Карбюратор. Это, хоть танцуй, блин. Карбюратор родной, да, вроде? Родной, все родное. Сейчас остынет масло, посмотрим. Тормоза что-то у него жестковатые или фары. Фары гай. Сколько? Не будешь полутаться, ты идешь? Угу. Фары горят. А, одна не горит фара у вас. Такая? Левая не горит. Да ну ты что, все горело. Ну, видимо, лампочка сгорела, это ерунда. Сделаем. Габариты сейчас горят вот. Горят габариты? Нет, габариты только горят. Горят, да? Фара только одна, там лампочка, это 20 рублей. Решетка еще черненькая. Не хром. Не горит, выключай ты фары. Так, что-то по задней двери. А здесь ковриков не было, что ли, сняли просто? Снял, я там... Салон отличный, блин. Карта целая, сидушки целые. Потолок такой чистенький. Даже зеркало есть. Ну. Салон чистенький, сиденье вот все аккуратно, не порвано. Это чехлы вы сняли, да? Да. Стояли, да? Так, смотри, на книги. Так, это книги, да, они? Сами покупали? Чего? Книжки сами покупали? Нет, она с москвичом шла. Ага. Ремни задний сам поставил. А, это дополнительно, да? Ну, сейчас требуют, по-моему. Так, а что у него, радио даже есть, да? Работает, не? Работает. С антенной даже. А, у него ключ специально идет же. Да. Снимаешь. Ну, включи. Опа. Ну, что это там? Шипит что-то. Ну, да, короткие волны. Водку я налил стакан и спросил. И стакан граненый мне отвечал. Сколько жил и сколько в жизни ты своей потерял. Этого никогда я... Аварийка работает, да? Понятно. Еще запустим пару раз. Ну, вроде он такой рабоченький такой еще. Сцепление вот что-то мягкое. Тормоза жесткие у него. О, прогрелся. Что такое, не хочет? Что такое, смотри, там. Так,
Так, еще один запуск сделаем сейчас. Детонация это почему такая у него? Ну, сколько лет стоял, ну, что ты думал? Гудок работает, люфт. Люфт небольшой. Что, 20 лет стоял, не могли продать, что ли, сразу? Я не продавал его. А, не надо было? Не надо было. Блин. Как решил уехать, вот. Сейчас масло посмотрим. Жалко, конечно, тяжелые. Ну вы сколько здесь лет жили, конечно? Всю жизнь я жил здесь. Вот эти вот дома, вот, это я же строил. У меня фирма была. Монолит. Какого, 82-го года, да, по документам? Что-то не так сильно проржавел. Ну он стоял в основном, летом катался, наверное, да? Да. Пороги даже целые. Ну. Пороги до сих пор целые. Ну. Сейчас пусть масло стечет, посмотрим масло. Ну, оно черное, скорее всего. Вы так, получается, подкрашивали, да, просто? Да. А, нет, хотя низ вот поржавел немножко. Ну, столько лет машине, 30 лет, конечно. Тут вот балки немножко погнуты. Сайлентблоки. Сайлентблок немножко погнутый, да. Угу. Резинки надо будет поменять. Сейчас посмотрим тогда. Масло пусть течет. Весь колесо. Это как называется? Салют, что ли? Салют. Так. Лодочный. Сейчас я скажу. Лодочный мотор. Салют. Вот такой вот москвич. Дед продает за 25 тысяч. Ну, состояние такое. Немного ржавое. Побитое. Глушитель дырявый. Сифонит. Фары сделаны в СССР. И шповоротники. Решетка не хромовая. На старых номерах. Резина, конечно, убитая у него. Диски ржавые. Что за зеркало у него стоит? Такие зазоры большие у него. Сзади вообще снежинка стоит. Двери такие более-менее живые. Тут мобилем промазали. Москвич 412. Глушитель у него сифонит. А, у него такой старый, да, паспорт? Конечно. А, номера же у него старые, да? Да. Сейчас с флагом идет.
Так, 412М. А, нет, не 80-го года, 92-го. А кто 80 написал, я не пойму. 80-го. 92-го года. Там 80-го, я могу. Сейчас тогда попробую заехать еще. А, мы масло даже не посмотрели. Тряпочки нет у вас какой-нибудь? Сейчас. Измажусь. Сейчас масло посмотрим. Скорее всего, черное. Менял. А, меняли хоть раз? Посмотрим. А на стекло на настолько я звоню. А, стартер новый, да, у вас стоит? Новый стартер. Блестящий еще. Слушайте, а масло чистое у него? Чистое, конечно. Я ж думал, вообще черная. Да ну нафиг. Как нефть. Можно тряпочку? Вот там посмотрим. Тут шланг один потрескался с бензонасоса. Как бы бензин не потек. Вот видите, трещина идет. Ну, нормированный. Движок попадет, но... Движок горячий, смотри-ка, нагрелся. Так, бензонасос родной стоит. Радиатор родной. Родной. Там у вас тосол, да? Да. Так. Ой, катушка, катушка родная и трамблер, да, тоже. Масляный фильтр снизу, да, у него? Немножко масла сифоне, да, у него? Через крышку. Немножко масла вон через прокладку идет, что ли? Вот так. Наверное, через прокладку. Сколько стоят? Ключатка охлаждения. Ну, 20 лет постой, конечно. Так, двигатель 41-23 Ишмаш. Ян 412.
Так, что у него с тормозами там? Короче, сайлентблоки все менять надо. Это фамилия? А, белый? Нифига себе. Какой уж он белый-то? Ну. Как? Кофейный какой-то. Да ну. Кофе с молоком. Это тут видно кофе с молоком. А сейчас Валера подошел, говорит, слушай, он у тебя, говорит, золотистого цвета. Вообще попутал. Нет, цвет белый он. Ну вот белый, вот пакет он белый. А, ну это... Этот какой-то он кофейный, кофе с молоком. Вот. Чай с молоком сделаешь, тоже такой же цвет. Даже бежевый такой, так сказать. Ну, нет. Ты что, большую роль играешь? Да нет, просто, чтобы ошибок не было. Ох, антенна даже своя. Да, движок, конечно, хороший, но, блин, глушитель, конечно, орёт. Как на тракторе. Глушитель. Глушитель поменять можно, стоит на 30 рублей. Да. На охоту на нем поедешь, все звери распугаются от этого звука. Ду-ду-ду-ду-ду-ду в лесу. А ты что, прям к озеру вплотную, что ли, подъезжаешь? Я, например, когда подъезжаю к озеру, я где-то метров за 500. А-а-а. Торможу и потихонечку. Чтоб не спугнуть. Да. Верхние лысые, а седли нормальные. Вот это можешь и не брать. Угу. Те две можешь взять. Спущено, да? Конечно, спущено. Ну ладно тогда, спасибо, что показали. Если что, подумаю. Может, просто никто не купит, может, скиньте цену. Пару рублей скину. Спасибо. Я вот 10 литров залил, да? Ты не думай, вот боковинки лежат, все есть тут. А, тут защита? Защита, да, только я снял, чтобы аккумулятор достать. Он сделал... Вот аккумулятор сюда ставится, боковину ставишь, когда надо аккумулятор, это боковину снять, аккумулятор тогда был. Райсер, кто это выпускает, интересно? И чё тут? Как на автомобиле. Ключи. Даже ключи есть, чтобы заводить. Один ключ от зажигания, другой ключ отсюда. От бака? От бака. В 92-м, да? Без... 95-й я. 70 кубов, по-моему. Не, ну на хорошей дороге 80 километров. Ну тут, наверное, каска, да, нужна? Ага. Каска у вас, да, есть? Обязательно. Белый. Багажник все имеется. Вот багажник. А, это родной, да? Родной, да. Нифига себе. Такой, что ли, взять в деревню кататься? Ну? За грибами. Сел. Поехал. Да, удобно. А, вот же инструкция у меня. Вот мопед Альфа. А, это Альфа. Рейнджер называется. Вот и расход. Понятно, короче. Буду продавать. Когда буду уезжать, позвоню. Надо сходить сейчас на рынок, вот через Октябрьск поеду, посмотрю, почем такие мопеды. А сейчас такие не продают. Не продают, что? Нет. Потому что чихнули, что на них тоже надо это. А, документы? Документы. А это я так купил. Ну, чисто по городу кататься. Да? Ну, на рыбалку, на ход. Тихо работанная, да? Тук-тук-тук-тук-тук-тук, четырехтактно. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Он же стартер, да, или с ноги? И от кнопки. И от кнопки можно, да? Аккумулятор цел, от кнопки. Аккумулятор сдоха. Тип кикстартера. Ну это удобно. Конечно, удобно. То раньше сидишь. Да. Это ежаки. Пока не заведет этот. Не устанешь, не заведет. У меня еще планета был. О. Вообще, модель вот такая. Ну, это молодость у вас. Ну да, пацаны был. Красивый, конечно. Да. Он легкий, наверное. Ну, одному свободно катать. Скейт ваш, да? Тоже ваш? Да, катался когда-то.
Еще старого образца. У меня такой был. Сейчас китайские продаются. Доска, ролик. У него хорошие подшипники. Скоростной.